в Улан-Удэнской и Бурятской епархии в рамках епархиального ежегодного проекта «Рождественский дар» проходит благотворительная акция «Тепло материнских рук». Ее суть в том, чтобы связать теплые носки для тех, кому не хватает материнского тепла и внимания. Прихожанам всех храмов епархии предлагается связать как можно больше носков разных размеров для заключенных ИК республики и ребятишек детских домов. Кто не умеет вязать, может пожертвовать готовые изделия в храмы епархии. Все связанные носочки к Рождеству будут собраны со всех приходов и 8 января 2022 года, в день празднования Собора Пресвятой Богородицы, в Троицком храме города Улан-Удэ торжественно переданы в тюрьмы и детские дома Республики Бурятия. Подробнее об акции читайте на епархиальном сайте.